15 июля 1995 год. Итак, уважаемые арбузы, надеюсь, вы готовы полететь на Луну, ведь это очень серьезное событие. Никто ее еще так хорошо не исследовал. Да, конечно, готовы. Я тоже готов, но тут как-то неудобно. Я с ним тоже согласен. Так должно быть, да? Вы все готовы, арбузы? Да, готовы! Готовы, 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 готовы! Хорошо, тогда запускаем ракету. Фух. Запуск ракеты. Отчет пошел. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск ракеты. Нифига себе! Вот это мы летим, братан! Согласны, согласны, вообще, ууу, круто! Хорошо пошла. Согласны? Согласен! Прием, прием, как меня слышно? Слышно нормально. У нас все хорошо, мы летим вроде спокойно. Да. Хорошо, свяжитесь с нами, как полетите до Луны. Вас понял, сэр. А вот мы и прилетели. Прием, как слышно? Прием, слышно хорошо. Вы долетели? Да, долетели. Тут так красиво в космосе. Никогда тут не был. Это отлично. Как исследуете Луну, свяжитесь со мной. Вас понял, сэр. Ну что, пошли смотреть Луну? Да, но сначала нам надо отключить двигатель. Мы спустились, сэр. Как слышно? Слышно хорошо. Исследуйте Луну и возвращайтесь. Хорошо, сэр. Исследуем и вернемся. Блин, как тут прикольно! Еще ни разу туда не был. Полностью с тобой согласен. Блин, я, кажется, себе ногу подвернул. Ну как ты ее умудрился подвернуть? Ты же все время сидел. Вот ты, растяпа. Да че я, если там места нету? Как я там сидеть буду? Мне пришлось крутиться. Да ладно. Я, короче, оставайся тут, а я пойду сам смотреть. Блин, хорошо. Эх, ну значит полежу туда. Смотри, не улети в космос. Я пошел. Ну и гравитация тут. Просто сделать прыжок, и можно улететь в космос. Надо быть аккуратней, а то еще и улечу куда-нибудь, потом меня фиг кто найдет. А там пипец холодно, когда кислород кончится, а потом я задохнусь. Надо аккуратно пройти и происследовать территорию, а потом вернуться назад и улететь. Надеюсь, топлива хватит, чтобы долететь до Земли. Опа, что у нас тут-то? О, флаг расы арбузов. Видимо, тут уже были арбузы. А почему нам никто не говорил? Мы же вроде должны были быть первыми. Не понял, что это там такое? Надо посмотреть, что это там. Как же хорошо, исследовать зато ничего не надо. Но вот эта нога так болит. Надо потом, когда прилетим на Землю, надо будет залечить ее. А то потом еще сгниет, надо будет резать. Ах, ладно. Может, встать, походить, просто скучно лежать. Пойду-ка себе к ракете, там же много интересного. Может, не скучно будет? Зато чем-нибудь займусь, пока его нету. Чё за... Твою мать! Чёрт, что это там? Арбузы. Кто их убил? Они без скафандров. Чё за фигня нафиг? Нормально же все было. Что? Нет. Подожди, я иду, что с тобой случилось? Алло, прием! Прием, ты меня слышишь? Черт, что с ним стало? Сказал же лежать, никуда не ходить. Что с ним стало? Ладно, надо пойти проверить. Быстрее, быстрее. Черт, какого фига? Нет, стой! Запись приостановлена.